едем за грибами по белорусской степи. Маленькие карликовые березы, как это называется? Вереск. И вот она заканчивается. Вот въезжаем там вот еще есть. Остановились здесь вот столько вереска. Какая красота. Все в нем. Вот эта полянка. Как они тут. Вот так тут. Прикольно. Вересковые плантации и пасеки диких пчел. Вересковая плантация на Веренском озере. Это здесь озера есть еще. Вереск, большое количество брусники и комаров. Надо убегать. Грибов мало. С третьей попытки я вроде бы нашел дорогу. А вроде бы и не дойду. В таких вот лесах встречаются даже водоемы. Здесь начинается уже верховое болото. Без сапог мне туда не пробраться. Даже может и в сапогах. А так хочется! Собака купается. Хоть пару забросов сделать. Ноги уже намочил. Пошли, чак. Даже след автомобиля или какого-то вездехода. Фига себе. Техника у людей. Чуть-чуть осталось. Будем прыгать по кочкам. Чувак с мокрыми ногами, но мы вот такая тут. Дорогой, но мы сделали это. Вот оно. Затерянное озеро. Супер. Сейчас расчехлим до пару забросов. Сейчас как поставим какого-нибудь воблерка. Вот этого. Конечно же, я ее поймал. Супер. Как неудобно с телефоном. Олеж, класс. Очень много тины. Воблер. Ух, как она дает. Воблер цеплял очень много тины. Поставил колебалочку. Второй заброс. Хорошая. Ой, может, мой рекорд. Офигеть. Чакри. Ребят, смотрите. Идет. Не рекорд. Не рекордная. Далеко не рекорд. Кило. Опа. Сорвалась и уплыла. Офигеть. Нельзя с телефоном возиться. Фу, кайфанул, сколько свечек, сколько кайфа. Красивая щука, килошница. Дергал руками и видео выключил. Вон на блесенку и столько мусора цепляется. Есть. Ничего себе зажрал. Чуть меньше блесны. Красавчик. Был еще один хороший удар. Попытался доловить, но больше не клюет. Знаю, где стоит. Попробую сейчас воблерком ее соблазнить. Блесенка хорошо работает. Сейчас попробуем карася. Вот такого. Вперед! Играет, перестал играть, все, значит, он весь в тине. Из какой-то надо неогруженной резиной со все там ловить. Огромный, большой, тяжелый. На воблер. Нереально. Фу, очень много комаров собралось. Нереально стоять, жрут. Как на Кольском полуострове. Мог бы и собрать спиннинг уже возле машины. Всем пока!